Доброе здоровье, уважаемые посетители канала. Со звуком могут быть некоторые проблемы. Светильник начал зажать, поэтому может быть. Итак, у нас сегодня такой, знаете, боевой трудовой день. Здравствуйте, гуру Генеша. Меня зовут Александр, 40 лет, 175 сантиметров рост, 74 вес, конституция, ветер. Человек уже разбирается, что у него где. Хотел поделиться своим опытом чистки печени и кое-что спросить. Дней 15 до дня чистки печени пил отвар овса. Вечером выпил сульфат магния, очистил кишечник со свистом. Кстати, вот этот вот очистил кишечник со свистом, это может перевозбуждать ветер. Вы со слабительным поосторожнее. Следующий день принял смесь трав по буревой пару раз в 19 часов. Выпил 180 мл сока лимона и 180 мл кунжутного. Можно ли? Ну, возможно, можно. Масло. Пил в течение минут трех. А вот это вот неправильно. Важно всю эту чистку растянуть на час-полтора. Рвоты не будет. Да и так лучше как-то зайдет. То есть все ударное, оно не есть хорошо. Это нагрузка на наш организм. Организм должен сразу как-то мощно ответить. А так потихонечку, знаете, даете ему нагрузочку. Запоминайте. То есть глоток того, глоток того. Далее 19:30 грелку на печень и горизонтальное положение на кровать. Лег спать. Проснулся где-то около 3 утра от тяжести в желудке. Масло застряло. И ни туда, ни сюда, как говорится, ни через рот, ни через низ. О чем я вам и говорил. Знаете, я даже не читаю, вот как бы сказать. А уже я знаю, что будет при таком вот приеме. И решил, что через низ более приятный выход. Начал массаж живота, чтобы помочь протолкнуть смесь толстой кишечники на выход. Не так-то просто это сделать. Так, сходил в туалет, вышел один камешек, фото по порядку. Я удивился, ведь в вашем опыте камешков было ого-го. Так оно ж не прошло масло. То есть масло должно всосать. Масло не просто оно проходит как-то так. Оно все-таки должно всосаться. Ну, хотя бы даже не столько всосаться, сколько на него должна выделиться желчь. Это ж процесс. Мощная желчь. Да и всосаться что-то должно, чтобы все это процесс прошел так, как надо. Начал выдумывать, что, мол, я до этого момента 2 года каждый день пил отвар трав из термоса, ромашка, звербой, мелисса, плюс питание, в основном сырые овощи, субпродукты, пароварки и так далее. Мол, печень, наверное, чистая. Ну, и может быть и так. Так у меня вышел один камешек и светлая жидкость. Просто-напросто не прошло. Не прошло. Ну, туда должно пройти. Обильно должна выделиться желчь. Успешность очистительной процедуры – это мощное прослабление. Вот если его не было, думайте все, что хотите. Днем после чистки я решил помочь желудку. Выпил 10 штук активированного гуля плюс... Продолжал чайными ложками глушить травы побуревая. Можно ли после чистки, ведь желудку и так не сладко после стресса. Вот желательно, знаете, вот все-таки существует определенная последовательность, которую надо соблюдать. Для того, чтобы вы травками побуревая, вы готовите организм к чистке печени. Вы готовите саму печень, саму желчь к этому. Вы разного рода пробки слизистые разрушаете, гоните паразитов с помощью этой смеси. А потом уже масло с лимонным соком, оно как раз все уже расширилось, все уже разжижилось. И все это срабатывает так, как надо. А тут вот так вот все понабросали и думаем, что все это, знаете... Организм сам там разберется. Нет. Вы просто-напросто вот этим всем какую-то устроили стрессовую ситуацию для организма. У него стресс должен быть, знаете, последовательный такой. А тут, когда всего вместе, он просто может и не разобраться.
пил минералку, отвар овса, сделал клизму 4 раза и понеслось. Каждым разом выход был чернее. То есть, в конце концов, благодаря времени, вот это вот масло кунжутное, вот эти все травы, они все-таки прошли туда, и вызвали то, что надо. То есть, зачем вам вот это все еще проталкивать дополнительно, если вы бы все сделали вот так, как надо. То есть вот такого не было. Чернее. Чернее — это застоявшаяся желчь. Пошли камешки, горох и слизь, и черная муть. Вопрос, может это активированный уголь окрасил эти отбросы? И можно ли вообще его применять после такой процедуры? Ведь он же наоборот пойдет, соберется эти отходы в кучу, тяжелее выходить из организма. Как вы считаете? Да нормально он соберет. И что выводить? Одно дело, уголь собрал и в виде адсорбента, то, что он в себя напитал, все это выйдет. Да нормально, но просто-напросто я в этом впервые слышу, чтоб еще уголь там, все грузили, знаете, все вместе. Просто в данном случае время сработало на то, что в конце концов масло всосалось, лимонный сок всосался, травы подействовали, и вот это вот все пошло-поехало. То есть не, особенно в первую чистку, не все так, мы думаем, вот так вот она идет. У каждого это все по-разному идет. И первый раз довольно-таки это трудновато. Клизму делала с содой сначала, потом с солью по вашему рецепту. Но соль для того, чтобы не всасывалась, она наоборот насасывает, грубо говоря, на 2 литра воды столовая ложка соли, вы делаете клизму очистительную, это целевой раствор, все это в себя насасывает из толстого кишечника, и все это выводится. Вот для чего делается соль. В итоге в 22:30 сделал четвертую клизму, последнее фото. Сплошная чернота, может, уголь окрасил. Сплошная чернота, это как раз вот это вот еще, я не буду говорить, да, это может быть и уголь окрасил. Надо на эту черноту смотреть, чтобы понимать, это окрашенное уголью, либо же это черная желчь, выходящая, застарелая черная желчь. Она же, знаете, такая, как аж ртуть, она блестит, выходящая из печени. Лег спать, забилось сердце сильно, появилось более острое сердце. Естественно, столько всего вы трав приняли. Вы дали чрезмерную нагрузку на организм. Нельзя так поступать. То есть, есть такие понятия, что сами очистительные процедуры, сам метод лечения может быть настолько тяжелым для организма, что он его не переживет. Это надо также понимать. И поэтому здесь как раз и дозирование вот этой всей лечебной нагрузки, очистительной нагрузки должно быть таким, чтобы это организм все это нормально перенес. А чего так я не понял, что боли в сердце, да? До этого 3 раза вливал по 2 литра нормально. Может, из-за того, что клизма с солью, переизбыток соли, мне кардиолог говорил уменьшить соль в рационе, а через кишечник она всосалась. Нет, она не всосется через кишечник, она наоборот насосет и выведется. Это все вот эти все эти травы, все это масло, все это повлияло, ну, то есть дало нагрузку на организм. Естественно, сердце вот так вот и забилось. Так, уменьшить соль в рационе. Соли должно быть достаточно, но не чрезмерно. И, кстати, вот об этом, что слишком много соли, речь пойдет, скорее всего, дальше. По скрипту. Дело в том, что в том году мне поставили диагноз разрыв хорды створки митрального клапана, так как створки не смыкаются до конца, и кровь пропускается в желудок, увеличивая его шумы и прочее. Одно меня смущает, это то, что на эхо не совсем четко виден этот разрыв, как будто червяк присосался. Есть надежда, что это гельмин какой-то, и когда он отомрется, он встанет на место. Ну, не знаю. Я не видел, не знаю и не буду говорить, так это, не так это. Направляли к кардиохирургу, он предлагал замену клапана, встать на очередь бесплатно. Я, естественно, отказался. Ну,
Это довольно-таки. Если, знаете, особо вас это не беспокоит, не спешите под нож. Потому что это все можно как-то еще исправить, смотря там что там. А если вы уже там под нож, то тут уже ничего не исправишь. Пока не попробую голод, не пойду под нож, ведь потом пожизненно пить варфарин, как он сказал, для разжижения крови, и искусственный клапан в придачу. Ну вот видите, прежде чем что-то сделать с организмом такое этакое, вы прикиньте, насколько со всем этим будет вам жить комфортно или нет. А то может само вот это после быть намного хуже того состояния, которое у вас было до этого. А что там для разжижения крови пить это? Вы можете кровь разжижать с помощью питания. Ладно, я уже на эту тему говорю. В вашей книге вы пишете, что организм, в том числе сердце, наоборот, не тратит энергию, а работает более размеренно на голоде. Ну хорошо, ага. Смотря это, все это тратится, все это тратится. Просто нету той дополнительной нагрузки от приема пищи, потому что любой прием пищи — это нагрузка на организм. Надо переварить, надо растолкать эту пищу, надо вывести остатки. Это просто так. А если еще пойдет лечебный какой-то процесс на голоде, там совсем другое. Как вы думаете, можно с такой патологией сердца идти на голод 40 суток, чтобы очистить сердце от паразитов, если они там есть? Либо лучше не рисковать и заменить клапан, пока организм молодой, проживется лучше. Но не обязательно здесь идти на голод там 40 суток, вот знаете, вот 40 суток. А насколько вы готовы? Это также нагрузка на организм, голод. А готовы вы выдержать такой длительный голод? Не готовы. Как вы подготовитесь? Как вы будете выходить? Это все вопросы. А не то, что раз, вот одноразово. То есть не должно быть так, знаете, вот это черное, это белое. Там огромное количество нюансов, приживется, не приживется. Итак, ошибки. Нужно было попить травы побуревой за день до чистки, а не после. Конечно, не за день до чистки, а за неделю лучше всего до чистки, чтобы вы подготовили, мягко подготовили. Как вы читаете, что вы смотрите, меня как-то это поражает. Принять душ, разогреть тело основательно. Да, и душ, и разогреть тело основательно, да. Пить масло лимон в течение часа хотя бы, рассасывая, чтобы комом в желудке не лежало. Ну, это все же говорилось. Это все говорилось, разжевывалось неоднократно. И вот, как говорится, и вот тебе на. И вот тебе опять то же самое. И клизмы ставят до тех пор, пока вся чернота не уйдет. Да, что ее там держать, эту черноту? Вот вы сделали клизму, выходит. Сделали еще, выходит. Так вот делайте до тех пор, пока там вода чисто не будет выходить. А если она там еще прет и прет, что ж вам отравляться? Сердце до сих пор стучит, колит. Буду делать клизмы на воде, чтобы вычистить всю черноту. Самому даже интересно, сколько клизм то и придется сделать. Да, вот видите, сколько клизм придется сделать. Благодарю вас, что дочитали до конца. Может быть, уделите внимание и скажите пару слов. Спасибо, доброго здоровья. Фото отправляю отдельным письмом. Итак, мы смотрим на фото. Ну вот она, желчь она пошла. В центре какие-то уже такие, это уже какая-то слизь. Далее идет слизь, это уже такая какая-то грибково-бактериологическая слизь, не совсем она нормальная, правильная. Вот это вот черная, ну, с натяжкой можно сказать, что окрасилась от активированного угля, но на мой взгляд, я тут смотрю, это как раз, знаете, вот хорошо чистка, вот эти травы побуревой, они копнули вот эту всю грибницу, которая там имелась у нас внутрях. Значит, разберем вашу чистку на канале. Я это написал. Он ответил. Отлично. Может, кому-то будет уроком. Чуть забыл. Я же использовал микро
лакс 2 штуки, 5 мл, когда делал клизмы, может это избытка соли, что вредно сказалось на сердце, хотя там дозы маленькие. Желудок вроде запустился, ел яблоко, дыню по чуть-чуть. Через 20 минут все вылетело в том же черном мазутном виде. Но видно, это был финал. Это как раз, еще разок, лично я склонен к тому, что это уже вышла какая-то застарелая, не то что слизь, а вот грибковое какое-то образование уже. Отпросился с работы, сделал пятую клизму, черноты не наблюдаю, желто-оранжевый цвет. А вот сердце как-то покалывает, не понимаю, как клизмы сказались на его работе, либо это присоцкие паразиты отмирают. Благодарю вас, за что обратили внимание. На мой случай, доброго здоровья. Вопрос. Доброго здоровья, Петрович. Помогите советом. Можно ли на сухом голодании сделать клизму? Такое ощущение, что наотмирало там что-то, лежит ненужным грузом, отравляет организм. Четвертый день. Идет голодание, дай вам Бог здоровья. Но если вы чувствуете, что действительно там что-то такое ненормально, и организм не может его протолкнуть, потому что он там свои вещи на голоде, в сухом тем более исполняет, так сделайте, помогите своему организму. Вообще-то ориентируйтесь так, чтобы у вас вот это сухое голодание было там двое-трое там суток, чтобы как-то... После вы выходите, естественно, у вас тогда налаживается стул, а не то, что вы что-то дальше голодаете, потом это надо там пропихивать. Ну, так что клизму можно это сделать. Она поможет как очистить, если там что-то скопилось, и также она и всосется в организм. То есть вам и воды тогда не надо пить. Не хочу сказать, что вы там сорвете этот голод сухой, но тем не менее, когда клизмы делаешь, тогда и особо не хочется пить. Итак, пошли теперь вопросы про голодание. То есть он продолжает голодать. Если не сложно, ответьте, пожалуйста. 31 день голода. Колоссальное закисление в желудке. Кислота слюной выступает в рот, и это... Непередаваемое ощущение закисления. Я также понимаю, это все в желудке сейчас. Два пальца в рот делал, чтобы как-то очистить. Ничего не идет. Воду практически не пью. А вот желательно водичку так пить. Газированная вода только провоцирует еще больше эту кислоту. Ну и пускай там она провоцирует эту большую там кислоту. То есть в данном случае, я как-то на это внимание не обратил, желудок выступает как орган очищения. Вот до этого, помните, как раз была такая фраза, что кардиолог порекомендовал меньше соли. Если этот человек употреблял в свое время очень много соли, а соль-то как раз, будем говорить, натрий хлор выделяется в желудок, она там не в кишечник, а это, то слишком много вот этой потребленной этой соли начинает выделяться через желудок. Так что пейте воду. Стараюсь пить теплую, пихать себя, но пейте так. Как я понял, настоящее испытание начинается с 30-го дня. Можно, конечно, выйти, но язык белесый, нет смысла. Вопрос, такая кислотность во рту желудки внутри, это нормально, как считаете? Благодарю. Пару дней назад, вот что вышло, пару дней назад, можете посмотреть, вот она выходит, грибница, то есть выходит этот самый кандида. Вот она как раз вот такого вот цвета и такой вот консистенции. То есть видите, сколько там всего. И это, когда оно отмирает, естественно, там всевозможные идут реакции в организме. Часто это все неприятные, такие болезненные. Но если вы хотите от этого избавиться, потому что только к 30 дням создается нужная среда в организме, которая начинает убивать вот таких вот паразитов. Я ответил на это, что ненормально для здорового вот такого выделения кислоты. А вот для голодающего норма, то есть организм, все, что у него было в избытке, он начинает приводить в порядок, выбрасывая лишнее.
чего не достает, то он пополняет. То есть идет гармонизация всех этих процессов, поэтому и получается, что лишнее выбрасывается, и естественно там, далее говорю, просто там идет спецработа, и вот такие ощущения у вас. Дайте организму поработать, и все станет на свои места. Язык. Вот на языке видно вот это вот белесое, это похоже на кандиду. То есть иногда бывает мощный такой белый налет, но вот это больше не на налет похоже, а на кандиду. Ну и плюс вот еще выходит желчь. На 28-й день сделал клизму, кандида, видимо, давно болталась в организме и просто вывелась с водой. Сегодня 32-й день. В желудке пересоленность колоссальная. Такой же был у меня, когда камень выходил из почки. Вот тут еще разок. Если слишком много человек в жизни употреблял соли, то она начинает выбрасываться через желудок. И поэтому вот такие вот ощущения. Значит, пейте воды больше там. Ну, помогайте своему организму, чтобы все это вышло. Два пальца в рот, а оттуда слюна. Пудово-соленая, еще раз-два пальца в рот и выходит горькая желчь. Но, вы смотрите, горькая желчь выходит. Ввиду того, что как раз вот было показано то, что выходило, вот эта вот слизь, сначала там желтая, потом коричневая, потом вот эта черная, это как раз вот она и не дает там нормально идти процессам, ну, будем говорить, которые разворачиваются на голоде. Но что отметить положительно, это то, что все это начинает отходить. То есть вот эта грибница начинает отходить. Так, с каждым днем тело усыхает на глазах. Можно вопрос, Петрович, если язык не очистился на 42-й день, блистота не уйдет, выходить не стоит, продолжать голод, головка полового члена также вся в кашице. А это уже верное указание на грибницу. Грибница во всем организме, она и внизу, она и на языке. И она в конце концов вот этой чернотой, причем она так уже созрела. То есть помните, как древние целители средневековые говорили, что вот это как бы онкология бывает разных как бы степеней. Там бывают там белые там, опухоли, вот эти вот слизистые. Потом серое, это уже опаснее. А потом бывает уже черное. Уже черное, злокачественное. То есть человек может находиться на пороге серьезного онкологического заболевания. Не очистилось на 42-й день. Но я там написал-то, ладно. На 31-й день вчера ничего особо не вышло, немного слизи. Видимо, нужно терпеливо ждать своего 42-го дня. Судного. А почему 42-го дня? Ну, я сразу же скажу. Смотрите, то, что мы с вами загадываем, вот у нас, мы, что голод, там 40 суток, это то, что надо. И те процессы, которые идут в организм, это разные вещи. Мы думаем, что доголодаем до 42-го дня, и голод будет закончен, и все у нас тут получится. А организм нам показывает ничего подобного. Мы только развернули все процессы, которые начали убивать вот эту грибницу, которые начали выводить излишки соли, которые начали там делать прочие вещи, которые нормализуют состояние организма. И для того, чтобы нам это сделать, нам надо время, которая не может кончиться не на 42-е сутки, а может на 50-е какие-то там сутки, а может еще дальше. Для того, чтобы все это полноценно вывести. Поэтому вот так вот надо не загадывать умом, что я вот столько отголодаю и все выйти, а смотреть то, что выходит из организма, и поэтому ориентироваться. Как идет голод и когда его заканчивает, если вы хотите сделать такой полноценный длительный голод. Вот я отбрасываю все то, что к нему надо, естественно, подготовиться было и натренировать организм. Как вы будете выходить из голодания, реакции это. А так вот только раз, сломя голову,
Не знаю, вот как у вас хватит понятия, хватит терпения, хватит жизненной силы пройти все это до конца и умение потом еще с малого восстановить себя до нормального состояния. Голодание — это целая наука, и так нельзя как-то, знаете, вот так вот говорить: я отголодаю и все, я это самое, здоров. Организм сам вам подскажет, здоров он, нездоров, окончил он голод, не окончил, идет какая-то работа или не идет какая-то там работа, она закончилась. Вот поэтому надо и ориентироваться. Так, видимо, нужно терпеть судного, а там уже и стакан воды-то не выпить самому. Не подняться с постели, сил не будет. А вы не думайте об этом, будут силы или не будут. Бывает так, что когда идет вот такая вот сильнейшая работа организма по выведению чужеродного, по нормализации, как вот это все было. Может, человек любил шашлыки с перчиком, с майонезиком, там совсем, и настолько всего набрался, что тебе все это выводится через желудок в виде вот такой вот субстанции, которая разъедает аж это самое. Так вот это, когда выводится, сил нет, организм тратит их на то, чтобы нормализовать себя, избавиться от какой-то болезни. А когда все это вышло, откуда ни возьмись, возникают силы. И думаешь: о, ты смотри, да я еще могу голодать и голодать. Это такое дело. Не так ли, Геннадий Петрович? Не так. Вот то, что не подняться с постели и сил нет, это уже тогда, когда пройдена черта физиологически полезного голодания. Это, как правило, суток за 50 уж мы должны уйти, если не за 60. И начинается уже истощение. То есть организм до истощения, он может работать над собой, он может делать. И, как правило, до истощения то, что он может сделать, выправить. И дальше вот это вот, как раз там, вот тут-то и надо выходить. А если это не сделать, значит, дальше начинается фаза истощения, и человек медленно, тихонечко теряет силы, высыхает, и дело идет к концу. На это тоже это уйдет не так сразу. А недели еще две он там будет лежать там. Это так, я вам сообщаю. Благодарю за ваше внимание, дай Бог здоровья. На фото, ну вот мы видим, значит, язык, видим, что выходит вот эти вот ошметки. Что я написал ему на это письмо? Ну что сказать, вот она, подошла решающая битва. Голод создал все условия для того, чтобы дрянь полезла из организма вон, и она полезла. Естественно, все воспринимается очень тяжело, и это нормально, потому что выходит глубинная патология. Она выворачивается из организма, и это, конечно, тяжело. И язык покрыт белым налетом, кандидным. То же самое и внизу. Вся эта соленость, жгучесть и прочие неприятности имеют одну цель — сбить человека с голода. Ну и жгучесть еще это сама. Это через желудок идет нормализация вот этих выделений обилия этих всех солей, которые были съедены в течение предыдущей жизни. Ну и к тому же вот эти все это тяжелое. Это цель — сбить человека с голода. И тем самым остаться внутри и даже и далее жить в нем, да поживать. То есть вот вы дошли до этого, и тут, как бы сказать, от вас требуется мужественность, решимость, а вы ее не проявили. Вы думаете, что это все плохо, и выходите. А там хоть немножко осталось, да она опять отрастет, как ни в чем не бывало. Вот тут вы уже должны как-то сами решить. Важно отметить, что процесс изгнания этой заразы может не закончиться к намеченному вами сроку. Это мы устанавливаем сроки голода, организм имеет свои собственные. Но важно отметить, что обострение не бывает затяжным. Важно перетерпеть неделю-другую, зараза выйдет вон. Ну-то время-то должно быть какое-то. Именно сейчас, на сроках голода, за 30 суток, она массово отмирает, а выходить будет еще 10-15 и более дней. То, что отмерло не сразу, выходит.
Оно потихоньку отцепляется, отгнивает, выходит, от человека воняет тухлятиной. А вот когда вот эта тухлятина уйдет, это говорит, о, очистился. Так, именно сейчас на срок голода за 30 суток она массово отмирает, а выходить будет через 10-15 дней. Все зависит от того, чем организм поражен. Сделайте фотки всего, на чем есть обострение, я их подрежу, все будет нормально. Итак, важно отметить патологию, голод зацепил и выворачивает вон. Здесь надо терпеть и помогать организму, душ, ванны, клизмы, прогулки, питье талой воды и прочее. Кстати, если смазывать тело упаренной уриной, ну даже хотя бы свежей уриной там, то идет интересная подкормка через кожу, энергией причем. И голодание идет намного легче, особенно это сказывается на работе сердца. Она не стучит так, чум-чум-чум. Она работает ровненько, хорошо. Я это пробовал на себе. Удивительная вещь. Кстати, об этом же Армстронг говорит. Как только станет получше, чуток подождать и выходить. То есть не сразу вам стало лучше, вы чувствуете, ага, вышло, все, организм избавился от этого, и значит дальше начнется этап истощения. То есть, чтобы его не запускать, вы еще подождали, все, видите, и выходите. Но это на очень длительных сроках голодания. И еще разок сразу же предупреждаю, никогда не делайте такие голодания. Изучите свой организм, как он еще будет выходить, сорвется, не сорвется. Так, я вам обрисовал картину и прогноз. Продолжать или нет, это ваше решение и ваша ответственность. Здесь хорошо ориентироваться по снам, они подсказывают. Вот я как раз и делаю на это письмо видос. Но еще разок я хочу сказать, что если вы отважились на такое длительное голодание, вы должны понимать, что битва с вот этой вот патологией, с болезненностью, это идет очень серьезно. Организм тратит силы, да, вы будете лежать и пластом, и будет отходить вот эта чернота, потом вроде как не отходит, потом она опять начинает отходить, то есть частично отмирает. Это все тяжело переносится. Помогайте своему организму, вот, предварительно почитайте мои книги, что, что, как я там делал, как другие люди делали, рекомендовали. Узнайте реакции своего организма на выходе из голода, на каких лучше продуктах. И тогда все пойдет так, как надо. А так мы с вами, на каждый накопил, наел вот эти вот болезни строго индивидуально. Поэтому какие-то общие закономерности имеются на голоде, но в основном идет все строго индивидуально. Важно просто понимать, что где-то до 30 суток создаются вот эти вот условия по тому, что все лишнее, чужеродное, ненужное будет отмирать. Вам будут сниться и сны, в которых вы будете там что-то там даже есть, потом думаете, ой, что я там съел, я же на голоде, все там такое будет. Это же работа с вами пойдет оттуда, интересно. И ориентироваться, допустим, раз вот мне лично, хоп, черта, не черта, а канат. Я вроде как плыву на лодке по речке до перетянутого каната через речку. Лодка начинает тонуть, я погружаюсь в воду. И от всего этого мне так радостно, что я хохочу. Вот это как раз и говорит о том, что вы избавились от очень существенной какой-то патологии, которая паразитировалась на вас. А в другой раз, может быть, несколько иное, но вы также испытываете какую-то радость, такую, ну, просто, знаете, радостное такое состояние и облегчение. То есть не то, что сразу от всего избавились. Как-то такого не получается. Лично у меня такого не было. Вот так раз обрадовались. Потом пожили, та-та-та-та-та. Опять заголодали так хорошенько. Хопа, и еще чего-то. Есть особый день в году. Наступает в темноту. Новым годом он зовется. И для всех людей дается.
шелестят конфет обертки, запах мандарин стоит, и наряженная елка огоньками нас манит. Ой, веселись, народ нас попает, Новый год, он врачом нам несет, он подарки раздает, радость и любовь несет, это Новый год. Снова детство к нам вернулось, волшебства мы жадно ждем, и почеканье бокалом ходит счастьем в каждый дом. Ой, веселись, народ наступает Новый год. Ой, он врачом нам несет, он подарки раздает, радость и любовь несет, это Новый год. Так и спи, дружок сердечный, наливай бокал скорей, загадай свое желание и под звон курон попей. Ой, веселись, народ наступает Новый год. Ой, о чем нам несет, он подарки раздает, радость и любовь несет, это Новый год. Ой. Я благодарю вас за то, что откликаетесь, проявляете свою благотворительность на поддержание канала.